Стать наездником, да еще и бесплатно. Такое заманчивое предложение от Ивановской спортивной школы номер 11 приняли более 250 ребят. Сейчас лучшие из воспитанников усиленно готовятся к предстоящим соревнованиям по конному спорту. В ближайшие выходные в областном центре соберутся наездники из Владимирской, Костромской и Ярославской областей. На домашнем манеже ударить лицом в грязь в прямом смысле не хочется. Я занимаюсь уже 5 лет. Просто интересно. Взаимопонимание с лошадью надо находить. Вот, мне нравится. Я занимаюсь каждый день, кроме выходных. Мы занимаемся часа по полтора, по часу. Заниматься конным спортом можно с 10 лет. Раньше, уверяют опытные спортсмены, не стоит даже пробовать. Травмоопасно. Тренировки проводят на крытом манеже. Несмотря на то, что отопления нет, замерзнуть верхом на резвом скакуне точно не удастся. Все занятия проходят под присмотром опытного тренера. Занимаюсь с детьми. Вот они сзади. У меня 3 группы. 42 человека в общем. Учу выездки, конкуру и, изначально, как правильно ездить. Всего в спортшколе 26 лошадей. Есть ездовые попроще, за 50-100 тысяч, а есть и серьезные, спортивные, ценой в миллион. Животных необходимо кормить, ухаживать за ними, следить за их здоровьем. Деньги нужны на зарплату коллективу, уход за манежем и оплату коммунальных услуг. Все финансируется из муниципального бюджета. И уже в 2017 году выделены деньги на текущий ремонт спортивной школы, а также полностью заменили грунт манежа. Кроме того, при распределении средств между муниципальными спортивными школами для данной спортивной школы приобрели трактор для того, чтобы поддерживать грунт, на котором занимаются наши воспитанники, в надлежащем состоянии. На предстоящих соревнованиях всадники покажут мастерство конкура и выездки. Более зрелищная часть именно конкур, когда лошадь преодолевает планку. Выездка же сложнее с технической точки зрения. Плавные повороты и размеренные шаги достигаются за счет регулярных тренировок и хорошего взаимопонимания наездника и скакуна. Все зависит, конечно, от учащегося, но обычно они дают уже какие-то определенные результаты, которые способны. В конце второго года, в начале третьего года уже есть результаты. Польза верховой езды медиками давно доказана. Кроме спортивных секций, в школе есть ипотерапия. Стоит отметить, что 11-я спортшкола – единственное муниципальное учреждение в Иванове, где дети могут познакомиться с конным спортом совершенно бесплатно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.